Пора сделать легкую зарядку, встать с дивана и как следует попрыгать. На носу супердискотека 90-х, так что готовимся много танцевать и отрываться. Интересно, а как перед праздником разминаются акулы шоу-биза? Оксана Почепа снимает клипы. После гимно-розовым лосином и жвачки кислотный диджей, певица никуда не пропала. Акула просто повзрослела и стала более романтичной. Теперь под ее песни можно не только скакать, но и пригласить кого-нибудь на медленный танец. Вот и сейчас Оксана на даче не отдыхает, а участвует в съемках видео на лирическую песню «Бесполезные дни». Сколько пар сойдутся под новый хит, узнаем совсем скоро. Всем привет, меня зовут Оксана Почепа, или просто Акула. Увидимся, друзья, на супердискотеке 90-х.